Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная «Самара» сражается за бронзовые медали Суперлиги. Сборная команда каратистов Самарской области завоевала Кубок России. Гольфисты разыграли медали первенства «Самары». Гольфисты на 18 лунках по мини-версии раскатали медали первенства «Самары» в 4 раунда. В результате самым метким на первом этапе оказался Владислав Червонев – 36 ударов. Однако уже в финале его обошел Тимур Рамазанов – 107 попыток. Среди девушек лучше всех дистанцию завершили Виктория Хазеева и Елена Суконникова. С отличным результатом вернулась с открытого Кубка России по карате и команда Самарской области. В Долгопрудном спортсмены положили в наградную копилку 46 медалей. На счету тольяттинцев 14 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых. У жигулевцев 5 золотых и 4 серебряных. Ставропольский район отметился золотом, серебром и бронзой. В итоге сборная региона заняла первое место и вручили Кубок президента Федерации карате России. Самара выбыла из борьбы за чемпионство в Суперлиге. Баскетбольный клуб уступил Сахалину в третьем матче полуфинала 63-87. Теперь волжан ждет борьба за бронзовые медали. В серии игр за третье место Самара сыграет с пермской Пармой. Во втором полуфинале они уступили Свердловскому Темпу по матчам 1-3. В итоге чемпионский титул разыграют Сахалин и Темп. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.